时候觉得好累，也会在孤单中流下眼泪。呜呜，用力的长大。呜呜，就算彷徨也在继续。5 минут назад нам позвонила некто Ли. На пересечении улиц Сягуан и Циндао она услышала детский плач в канализации. Мы отказались от интервью на рынке и теперь почти на месте происшествия. Приехала скорая помощь. Теперь все переживают за малыша. С последними новостями корреспондент Ци Мин Юэ. Невыносимо, Ци Мин Юэ. Дай вздохнуть. Вот же. Я выдохлась. Водичка, выпей. Спасибо. Твой телефон. Все вибрирует. Спасибо, Гуфен. Ты тащил на себе камеру, еще вдобавок и мой рюкзак. Все в порядке. Знаешь, давным-давно я снимал документалку в Тибете. Я нес камеру на высоте 4 километров. Прости! Привет, Лин Сяо. Звонил мне? Когда у Дзянь-Дзянь парень появился? Какой еще парень? Клянусь, я понятия не имею. Если бы знала, точно тебе сказала бы. Ты же знаешь, от тебя нет секретов. Минутку. Почему я не знала, что у нее парень? Когда это случилось? Может, ее обманывают? Во всяком случае, это странно. Ты же новостной репортер. Расследуй это. Простите, учитель. Я только чуть-чуть. Занята ведь, мама Сунь. Вот уже год, как Суньнянь переведен в нашу школу, а вы ни разу на родительском собрании не были и в чат не добавились. Все родители заняты, не только вы. Суньнянь обижает девочек в классе, потому что вы заняты работой и пренебрегаете его воспитанием. Да, учитель, вы правы. Мне нечего ответить, теперь вы можете идти. Суньнянь, возвращайся к урокам. Учитель, мне очень жаль. Помогите мне присмотреть за ребенком. Что ты так смотришь? Он прислал тебе свою фотографию? Нет. Не боишься, что он... Он... Тебе не по вкусу придется. Не важно, как он выглядит. Важно то, что мы с ним родственные души. Я лишь хочу увидеть, сможет ли он меня вдохновить на резьбу. Прихвачу фактуру, если мы перейдем на другую ступень отношений. Ли Дзянь-Дзянь, ты поэтому парня завела? Для вдохновения? Да. Именно. Но результат пока неизвестен. Я так взволнована этим. Ты настоящий художник, экспериментатор. Ты мне льстишь.
Я хочу поцеловать тебя. Изо всех сил хочу приблизиться к тебе, пока ты не поглотишь всю мою страсть и не станешь жертвой любви. Только ты можешь потушить огонь в моем сердце и руках. Потушить огонь в сердце и руках? Он спятил! Что за грязные мысли, мерзавец? Это я еще могу понять. Парни всегда мечтают о женщинах. Но у него столько записей о смерти. Пишет, что смерть — вечная красота романтики. А раньше была работа, в которой он прославлял смерть Марата. Ли Дзяньдзянь, ты уверена, что у него нет проблем с головой? Ничего в этом такого. Он скульптор. Таково его понимание красоты и жизни. У него своя студия. Ему некогда, он создает произведения искусства. На аукционы? Нет, на продажу. Он участвует в конкурсах. Он хочет стать известным скульптором. Таким, чьи работы выставляют в музеях. Так у него нет работы? А разве это не работа? Что за работа, раз денег не приносит? На что он живет? Родители помогают. Как ты только с ним познакомилась? Ты в нем не сомневалась? Почему здесь мои братья? Я не согласен. Дзянь-дзянь вступает в отношения со странным парнем онлайн. Ничего не сделаешь? Ты не сомневаешься? В чем? Во вкусе Дзянь-дзянь? Они знакомы уже 4 года. Довольно близки. Говорят о работах друг друга. Ценят друг друга. Знают, что живут в одном городе. Но до сих пор не обменялись фотографиями. Тогда почему он вдруг попросил Дзянь-дзянь стать его девушкой? Любовь приходит со временем. Работы Дзянь-дзянь на выставку попали. И Дзянь-дзянь пару дней назад была на ней, и парень тот тоже. Думаешь, они видели друг друга? Если и так, Дзянь-дзянь не стала бы скрывать от нас. Значит, скорее всего, он видел Дзянь-дзянь и остался под впечатлением от ее внешности. И потом попросил Дзянь-дзянь стать его девушкой. Значит, тогда и замыслил дурное. Проклятие. Думал, что если увидеться, шансов встречаться у них не будет. Мы этому способствуем. Но нам это не подвластно. Твое кафе открывается в воскресенье? Да. Попроси Дзянь-дзянь пригласить его туда. Не позволим им встретиться наедине. Встретим его все вместе. Надо перехватить инициативу. В любом случае, я не согласен, чтобы Дзянь-дзянь с ним встречалась. Что ты принимаешь? Витамины А, Б и каротин. Забота о здоровье. Не забываешь же. Увидимся завтра. Мы открылись. Добро пожаловать. Теперь чувствую, что Цзэцю стал принадлежать к первому классу. У него деньги на деревьях растут. Открывает кафе для сестры. Хотела бы я иметь того, кто откроет для меня кафе. Замолчи, не для меня. Он новое дело открыл. Хозяйка, вы тут? Что вы будете с друзьями?
пирожные бесплатные? Конечно. Раз Дзянь-Дзянь здесь хозяйка, мы лучшие друзья-владелицы. Мы в выигрыше. Теперь здесь буду деловые встречи проводить. Официанты здесь красивые. Скорее, давайте сфотографируемся. Так вот получше будет. Вижу, вам тут нравится. Вид 60%. Что это? О, открой. Подарок тебе к открытию. Подарок к открытию? Посмотрим. Как мило. Вырезала тебе золотую жабу. Желаю процветания дела. Спасибо. Дзюдзю, тебе деньги он-то приносить будет. Издеваешься? Если нет, зачем мне его открывать? Плата за аренду тут непомерно высока. Плюс расходы на ремонт, оборудование на начальном этапе, электричество, ингредиенты и персонал после открытия. Если прибыль меньше 1500 юаней, трудно сводить концы с концами. Так я и предполагал. Но сегодня открытие. Посетителей много. Так что и потом проблем не должно быть. Это не важно. Ты же все-таки богат? Но мне интересно, Дзянь-Дзянь, когда прибудет твой парень? Он в пути. Это ваша первая встреча. Нервничаешь? Чуточку. Немного. Чего тебе волноваться? Мы все здесь. Волнуюсь, что я ему не понравлюсь. Алло, Жань? Приехал? Вдохновение? Ладно, ладно, ладно. Возвращайся. Да, удачи. Что случилось? По пути его осенило вдохновение, поэтому вернулся, чтобы глину приготовить. Вместо первого свидания глину пошел месить. Вдохновение же! Оно так редко бывает. Я могу увидеть его в любое время. Правда? Если не приходит, надо съесть пирожных. Давай. Вот это выглядит вкусным. Давайте поедим пирожных. Братишка, у тебя отменные тортики получаются. Осторожней по дороге. Ах да, Дзянь-Дзянь, вечером принесу тебе торт. Увидимся. Пока. 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 Дзянь-Дзянь, давай я тебя до работы подкину. И тогда... Не стоит. У тебя же дела с Минюэ, верно? Идите. Я пойду. Пока. Пока! Пока! Пойдем. Сяо Ци. Здравствуйте, я Ци Минюэ, репортер из Центра помощи. Это наш арендатор Хэ. Как вам известно, переговоры о съеме доверили мне. Сошлись на плате 3000 юаней в месяц. После внесения предоплаты вы сдавали ее Хэ за 4000 юаней в месяц. Нет, нет, это недоразумение. Не снимайте, хватит съемки. Спасибо за помощь. Не за что тут благодарить. Можешь угостить меня обедом. Хорошо. Ты не любишь жареное мясо? Люблю, просто аппетита нет. Расстроен? Нет. Просто далеко от Дзянь-Дзянь. Не вижу ее. Понимаешь? Не переживай. Она просто отвыкла. Мы же хорошо знаем Дзянь-Дзянь. Она не бумажный тигр, как Тань-Цань. А скорее пластиковый.
Она счастлива, что вы вернулись. Но прошло столько времени, целых 9 лет. Мы уже и не думали, что вы вернетесь. Я и не думал, что на такое долгое время пропаду. Моя мама долго не могла оправиться, морально и физически. Рядом надо было быть. Теперь все хорошо. Ты по соседству живешь, теперь все будет как прежде. И у тебя есть я. Если что понадобится, только попроси. Можешь помочь мне разобраться со свиданием День-День? По-моему, этот Джан неспроста не пришел. Он хочет с ней наедине встретиться. Дурное задумал. Ты все-таки будь повнимательнее. Да без проблем. Сделаю. Только если ты меня еще обедать пригласишь. Я же стану невесткой. Моя забота ухаживать, дела мужа и заловки. Мы не знаем, удалось ли спасти ребенка. Это котенок. Заказчик Лун доволен наброском шпильки. Хочет еще посмотреть. Ладно, посижу до ночи. Из канализации доносился плач ребенка. Тревога напрасна. Такой милый. Почему каждое утро из канализации доносится плач ребенка? Смотрите сегодня вечером новости Центра помощи. Мяуканье не похоже на плач ребенка. У этой женщины проблемы со слухом. Ты посмотри на себя. Тебе точно мама сейчас позвонит. Предсказательница! Я виновата? Спокойно. Пойду поговорю. 5 минут. Мама, Мин Юэ, посмотрела последний выпуск твоей программы. Сколько раз тебе говорить? Ты на телевидении, следи за внешностью. Макияж надо наносить, волосы расчесывать. Наши родственники целыми днями у телевизоров. Посмотри, какой ты сегодня в выпуске была. Мама, я сделала, как ты и говоришь, но было жарко, волосы растрепались. Почему лаком не забрызгала? Перед съемкой заглядывай в зеркало. Разве сложно дважды проверить? Где бы мы ни находились, это не поле боя. Нет времени макияж поправить. Не спорь со мной. Я же ради тебя стараюсь. Прости, мама. В следующий раз буду внимательнее. Знаешь, кажется, мне стоило оставить тебя на 2-й год, раз ты провалила экзамен. Но ты настояла на учебе в местном университете на журналиста. Пусть ты и корреспондент на местном телевидении, но это же не официальная работа. Мама, это все прошло, зачем вспоминать? Ладно, не стану больше. Ты теперь взрослая, мне и слова сказать нельзя. Что скажешь об экзамене на госслужащего? Я подумаю об этом. Мин Юэ, я не жду, что ты будешь зарабатывать прилично или добьешься успеха. Ты моя единственная дочурка. Надеюсь, у тебя будет стабильная работа. И ты найдешь того, за кого сможешь выйти замуж, родишь ребенка. Надеюсь, твоя жизнь будет спокойной и гладкой. Большего мне и не надо. Мин Юэ, ужин готов! Поняла! Мама, Танцань зовет ужинать. Так поздно? Который час? Дзянь-дзянь поздно вернулась. Дзянь-дзянь дома? Передай ей трубку, поговорю с ней. Хорошо. Сейчас. Дзянь-дзянь! Дзянь-дзянь. Мама хочет с тобой поговорить. Скорее. Давай. Пожалуйста. Здравствуйте, тетяцы. Здравствуй, Дзянь-дзянь. Видела твою работу на 17-летних. По-моему, твоя работа – воплощение детства. Правда? Спасибо, тетя Ци. У вас отменный вкус. Конечно. Дзянь-дзянь, вы с Мин Юэ близки. Поговори с ней об экзамене на госслужащего. Она не так талантлива, как ты. И она уже не девочка, надо остепениться. Экзамен на госслужащего – лучший выход. Тогда мы с ее отцом будем спокойны. Хорошо, я поняла, тетя Ци. Спасибо. И, кстати, не стоит есть так поздно. Скажется на здоровье. Вы еще молоды, не губите желудок. Посмотри, какая ты худющая. Да нет же, во мне почти 50 килограммов. Приготовлю что-нибудь вкусненькое и пришлю вам. Правда? Спасибо, тетя Ци. Нам уже пора ужинать.
Ступай. Приятного аппетита. Пока, тетя. Пока-пока. Пока. Хорошо, хоть до меня не добирается. При каждом ее звонке мы должны, во-первых, преодолеть психологический барьер, во-вторых, владеть своими чувствами, в-третьих, уметь сходу импровизировать. После таких тренировок можно сразу в съемочную группу идти. Если бы Дзянь-Дзянь была ее дочерью, она была бы на 7-м месте от счастья. Зачем твоя мама отправляет тебя на этот экзамен? Ты ей все объяснила? Да, но это бесполезно. Пусть все идет своим чередом. Ты не можешь ее долго обманывать. Надо бороться за мечту. Думаешь, многие осмелятся пойти против родителей, как ты? И у меня другое положение. Моя мама меня любит. Моя тоже меня любит. Неправильно они нас любят, поэтому надо бороться. Что будешь делать? Твоя мама просила бросить актерское дело, вот ты и отказалась от прослушиваний. То, что я делаю, немного от актерства отличается. Открываю интернет-магазин, бегаю по поручениям. Игра своеобразная. Забудь. Я пас. Ты! Ты журналист! Где твоя сила воли? А твоя? А что я? Дверь, иди открой. Старший брат. Подойди и палец отпечатай. Не надо. Надо. Нет, я не пойду к тебе, пока тебя дома нет. Может, мне туалетная бумага понадобится. Какой палец? Получилось? Попробуй. Все? Да. Тогда я пойду. Дзянь-дзянь. Завтра приходи в больницу на осмотр. Хочешь, с тобой посижу? Не надо. Я работаю допоздна, поэтому завтра встану поздно. Сама схожу. Спокойной ночи. Не спишь? Молишься? Ложусь.
Это ты все приготовила? Ты встала? Танцанец и Минюэ позавтракали и на работу ушли. А я тебе отдельный завтрак приготовил. Чего застыла? Иди умывайся. Да, ты же еще не поправилась. Переведи щетку в щадящий режим. У тебя же зубки больные. Иди. Вкусно? Хорошо. Каждый день буду готовить тебе завтрак. Лады? Не стоит. Не утруждайся. Позавтракаю в кафе. Мне не сложно. Я ради вас учился готовить. Кстати, я освоил приготовление диетической пищи. Буду готовить папе и папе Лину. От Линся уже не дождешься. Верно. Ладно, ешь яблоко. Не двигайся. Там ниточка. Сначала доешь. А, кстати, Лин Сяо попросил передать тебе, что в 10:30 будет ждать. Как поешь, ступай в больницу. Не расстраивайся. Поешь фруктов. Витамин С полезен твоим зубкам. И черника. Нерв не зацепили. Вовремя пришла. Положу лекарство, через 2 дня нерв удалим. Не буду есть конфеты после того, как зубы почищу. А я проверю. Где медсестра? У тебя же есть медсестра какая-нибудь? Неужели так смущаешься быть со мной наедине? Вовсе нет. Я с детства вижу, как ты врешь. Открой. Здравствуй, меня зовут Фэнси Си, я коллега твоего брата. Это мороженое тебе. Он пошел за лекарством, скоро будет. Ешь, это отек снимет. Спасибо, доктор Фэн. Позже съем. Зови меня Сиси. Заглянула к тебе в карточку, тебе 25. Я всего на 4 года старше. Спасибо, Сиси. Пожалуйста. Слышала, у тебя 2 братьев. У него фамилия Лина, а у тебя Ли. Вы от разных отцов? У нас и мамы разные. Так, кого из вас усыновили? Никого. Моего 2-го брата усыновили. Так вы все 3 некровные родственники. Мой отец управляет рестораном. Он о нас заботится. А его отец в полиции служит, все время там пропадает. Мы оба из неполных семей, просто живем вместе. А где твоя мама? Она умерла, когда я была маленькой. Прости. Ничего, я ничего уже не помню. Как у вас все запутано? Как мне об этом родителям рассказать? У твоего брата есть любимая? Да. Все готово, спасибо, Сиси. Проблем с зубом не будет? Тогда я пойду на работу. Подожди. После еды не забудь прополоскать рот. Ничего острого и сладкого. Поняла, поняла. Пока. Спасибо за мороженое, Сиси. Пока-пока. Ты так заботишься о сестре? По сравнению с ее заботой, это мелочи. Правда? Да ты лучший брат на земле. Ты не поймешь. Жень.
Привет. Ты не спишь в такое время, полуночник? Сейчас? Куда хочешь пойти? Разве это место подходит для первой встречи? Давай так, пойдем в кондитерскую, что скажешь? Хорошо, отправлю тебе адрес. Пока! Сказали, что ты всего метр с кепкой. Мне не нравятся коротышки. Но ты выглядишь на 1.65 м. Просто посмотри. Я и правда 1.60 м. Сколько ты зарабатываешь? Разве нормально о доходах на первом свидании спрашивать? Это же свидание вслепую. Я лично считаю, что надо сразу все прояснить. Резонно. У меня вопрос. Слышал, у тебя был парень, с которым ты 5 лет встречалась. Почему вы расстались? Ужиться не смогли. Вы жили вместе? Меня не предупредили. Все ясно. По-моему, девушки должны себя уважать. Себя уважать? Почему быть с тем, кто тебе нравится, это отсутствие самоуважения? Жить с парнем – вредить собственной репутации. Уважаемый, времена уже не те вроде. Я с этим как-нибудь проживу. Все могут ошибаться. Все девушки влюбляются в мерзавцев. Не злись. Я просто правду говорю. Я не против. Мне нормально. Мы можем встречаться, я многого и не жду. Вы нарушаете статью 246 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики, открыто унижая других и нанося вред репутации. Наносите оскорбление. Оскорбление? Все очень серьезно, особенно когда несете чушь прилюдно. Она может на вас в суд подать, если захочет. Засудить? Я же говорю правду. Эй, ты кто такой? Что тебе надо? Я Джоан Бэй из юридической фирмы Хаймин. Еще вопросы? Вы с ума посходили? На самом деле оскорбление тут кот наплакал. Я блефовал. Так ты адвокат? Помощник адвоката. Мы где-то встречались? Ты-то стюардесса? Совершенно иначе выглядишь. Совсем по-другому. Вообще-то я не стюардесса. У меня интернет-магазин. По запросу клиентов разные роли разыгрываю. Проще говоря, я на побегушках. Никогда не слышал о таком. Твоя ручка. Должно быть, она тебе дорога. Спасибо. У меня такого добра навалом. Вы, юристы, повсюду с собой ручки носите, да? Помощник адвоката, как студент. Лучше записать, а не полагаться на память. Можешь мне ее подарить? Пригодится, когда мне адвоката дадут сыграть. Будет правдоподобно. Так можно? Возьми, если не брезгуешь. Возьми. Нет. Спасибо. Что? Иди сюда, сядь. Можешь мне помочь? Почему не ешь? Мы сегодня допоздна снимали. Я на диете. На диете? Ты и так худая. Мешало бы поправиться. Разбивать лучшее – один из злейших пороков.
набранный вами номер занят. Перезвоните позднее. Дзянь-дзянь пошла на встречу с Джин Шужанем, а теперь телефон не берет. Не отвечает на сообщения, я не могу ее найти. Нормально, я сейчас буду. Тан-цань. Дзянь-дзянь пошла на свидание с Жанем. Мы ее потеряли. Вы знакомы друг с другом? Телефон Жаня? Не знаю, я его не знаю. Мин Юэ, тут не о чем волноваться. Они давно друг друга знают. Да, верно. Но он вечно просит какие-то странные вещи. Он же художник. Для них нормально. Эй! Даже если у художника свои тараканы в голове, в парни он не подходит. Они просто встретились. Не надо так нервничать. Знаешь, что это за место? Да, знаю. Это же кафе с итальянским мороженым на Цзефан. Напрасно вы шум поднимаете. Всегда думала, что у Дзянь-Дзянь братья больные. Девушка тут полтора часа назад была. Вы ее помните? Она ушла. Куда? Мне откуда знать. И давно она ушла? Кажется, час прошел. Я не уверена. Что будете заказывать? Ничего, спасибо. Что там? Не отвечает. Как мы ее отыщем в таком огромном месте? Пойду там посмотрю. Сколько? Час, верно? Да, час. Папалин, можешь проследить? Парень подозрительный. Нас специально убрал, чтобы встретиться с Дзянь-Дзянь наедине. Должно быть, что-то задумал. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Позвоню Дзянь-Дзянь. Я ей много раз звонил. Сначала была занята, потом трубку не брала. Теперь вообще отключилась. Батарейка, наверное, сдохла. Папа, мы о пропаже хотим заявить, о форме, как полагается. Да, как полагается. Мы все по протоколу и делаем. Вот в чем дело. Дзянь-Дзянь знакома с этим парнем онлайн несколько лет. Верно? Их видели последний раз в кондитерской, где полно народу. А теперь, уже час мы не знаем, где она. Верно? Это всего лишь временная потеря связи. Папа, а если парень затащит Дзянь-Дзянь в мотель? Да, точно. Вы звонили папе Ли? Боялись его напугать. Глупцы. Если у Дзянь-Дзянь появился парень, она точно сказала об этом отцу. Успокойтесь. Придержите коней. Ладно, я позвоню папе Ли. Привет, Хопин. А? Дзянь-Дзянь, говорят, парень в мотель повез. Кто сказал? Ладно, понял. Твой папа Ли сказал, что Дзянь-Дзянь в общичной с парнем. Ваша лапша. Вот-вот. Вот. Спасибо, дядя. Обращайтесь. Дзянь-Дзянь сказала, что вы готовите вкусную лапшу, хотел давно приехать. Вот и приехал. Это наша первая встреча, а ты думаешь о лапше моего отца? Подлизываешься? Да. Придешь в гости? У меня милые родители. Молодой человек, тебя как зовут? Джейн Шужань. Шу уют, Жань естественный. Вот как, хорошее имя. Хорошее. Ешь давай, а то слипнется лапша. Естественный. Естественный. Больше похож на кумин. Что? Иди сюда. Что? Твой телефон сломался? Почему не рассказала братьям?
Как мне им сказать, если телефон сломался? Надо было найти способ. Представляешь, как они переживали? Аж в полицию позвонили. В полицию? Они рассудком повредились. Волновались за тебя. Премного благодарна. Ты не можешь себя с ними немного поспокойнее вести? Ладно, поняла. Хорошо. Давай есть. Зачем ты его сюда привела? Лапши поесть. Вы пришли. Отлично. Позвольте представить. Это Сяо Жань. Шу Жань. Друг нашей Дзянь-Дзянь. Вы уже давно друг друга знаете, да? Да. Папа Ли, я голоден. Приготовь порцию лапши с морепродуктами. Соус к ней закончился. Давайте лапшу на говяжьем бульоне с рыбными шариками. Папа, я тоже хочу. Ладно, две порции. Вы, ребята, повеселитесь тут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.